Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю 30-летний мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса – это убийство. Активную роль в раскрытии расследования принимают сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 11 февраля 2018 года 21-летняя жительница города Советская Гавань ушла из дома и не вернулась. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводились масштабные поисковые мероприятия. Благодаря грамотно спланированной следственной работе и проведенным оперативно-розыскным мероприятиям установлена личность злоумышленника, причастного к совершению данного преступления. 17 февраля 2018 года сотрудники полиции обнаружили его в одном из подъездов жилых домов города Советская Гавань с срезанными ранениями рук. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством. Он доставлен в больницу, ему оказана квалифицированная медицинская помощь. Мужчина дал признательные показания и сообщил, что 11 февраля 2018 года поругался с девушкой, убил ее, а тело спрятал в сугробе. По указанному адресу проведен осмотр места происшествия, обнаружено тело потерпевшей с признаками насильственной смерти. Отдельно необходимо отметить, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, был судим за угон автотранспортного средства и браконьерство. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Вытаскивают. Накрыли девочку. Сейчас ее загрузят в машине.